Доброе утро. А оно доброе? Ты уже несколько месяцев не работаешь. И не спешишь найти новую работу. Слушай, так не начитать мне морали. Да я и не собирался. Просто я хочу понять, чего ты хочешь? Ну, кроме кофе. Покоя. Тебе лучше уйти. Не могу. Ты же знаешь, это мой дом. Здесь... каждый угол, каждая вещь – это моя жизнь. Ой, 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 не надо. Не поможет. Твой психолог звонит. Да. Нина, здравствуйте. Я звоню вам напомнить, что у нас сегодня заключительная встреча. Вы придете? Да, я помню. Я вас жду в 15 часов. Я приду, спасибо. До встречи. Значит, сегодня утром вы снова его видели и говорили с ним. Я знаю, что я не должна была. И я понимаю, что физически его не существует, но он для меня как живой. Когда я говорю с ним, я представляю, что бы он мне ответил, и это почти по-настоящему. Угу. Мне кажется, я схожу с ума. Нет, не волнуйтесь, вы не сходите с ума. Из-за одиночества на фоне стресса ваше сознание ищет конфидента. Но это происходит каждый день с момента аварии. В прошлый раз вы сказали о своих сомнениях по поводу аварии, но не стали рассказывать. Может быть, расскажете сейчас? Илья почти не пил. В день аварии он находился у своего брата, выпил пол бокала вина. И сел за руль. Он был трезвый. Когда он выехал от брата, он поехал в другую сторону, не домой. И куда он поехал, вы знаете? Я не знаю. Он что-то скрывал от вас? Нет, это исключено. У нас не было тайн друг от друга, мы все друг другу говорили. Вы снова видите его. Вам необходимо избавиться от вещей вашего мужа. Вам надо найти смысл в жизни, поставить какую-то цель. Не очень легкую, но выполнимую. Типа найти работу. Например.
тебя, наверное, много вопросов. Что это за мальчик? Откуда у него твой жетон? Ты подарила мне этот жетон 3 года назад. 4. Заказала гравировку с моими инициалами, с датой рождения. Мне, правда, было очень приятно. Почему он плачет? Его похитили? Ты имеешь к этому отношение? Если бы я был здесь, я бы, наверное, ответил на твои вопросы. Что это, кассовый чек? Интернет-кафе «Вуду», 20 мая. Это за неделю до аварии. Тоже нашла в моей куртке. Это как-то связано с аварией? Твой кофе. Там еще была фотография мужчины. Четыре месяца уже прошло. Ничем не могу помочь. А их вы видели когда-нибудь? Знаете, кто это? Нет, не узнаю. Тут много людей бывает. Вы попробуйте в интернете поискать. В интернете? Есть много программ для поиска людей по фото. Если они есть в соцсетях, то, возможно... А вы можете написать мне название этих программ? Так вы можете прямо здесь посмотреть. Я лучше дома. Ну, хорошо. Спасибо. Забавно, ты не стал выбрасывать мои вещи, когда узнал, что у меня от тебя есть тайны. А что в этом забавного? Не попадись себе в флешку с мальчиком, ты бы все это выбросил, чтобы меня забыть. Вывод. Пока я был с тобой честен, я не был тебе интересен. Это неправильный вывод. Ну, как есть. Ну ладно, с моими вещами понятно. А что с подарками, которые я дарил тебе? Скажем, вот эта вот рамка. Ты ведь так и не вставила фото. Нашла, это он. Нашла? Альберт Шишков, бизнесмен, муж, отец. Надпись прям как на надгробии. Открой последние комментарии. Угу. А, так он тоже. И тоже в мае. За 2 недели до меня. Какой плохой месяц. Нет, это не он. 11 мая бизнесмен Альберт Шишков был убит в своем доме. В убийстве обвинили его жену Светлану Шишкову. За убийство мужа получила 8 лет. Свои комментарии... Дал изданию адвокат Светланы Шишковой Руслан Хурдаян из адвокатской конторы... Хурдаян и партнеры. Здравствуйте. А вы Руслан Хурдаян? Да. А вы кто? Меня зовут Нина Захарова. Я журналист. Mm-hmm. Скажите, а это вы защищали Светлану Шишкову? Светлану. А зачем вам это? Понимаете, мне заказали статью о женщинах-убийцах своих мужей. И я собираю материал. Нина, вы же понимаете, что я не могу обсуждать дела своих клиентов? Ну, вы же давали интервью. Хотя бы в общих чертах. Шишкова не признала свою вину, не пошла на сделку с правосудием и получила 8 лет за умышленное убийство. В общих чертах. Ага. А как с ней можно связаться? Где она отбывает срок? ИК-12. Это здесь, недалеко. Простите, а вы... для какого издания вы пишете? Вы постоянный сотрудник или фрилансер? Интернет-портал «Криминальная Россия». Я фрилансер на постоянной основе. Так, а адрес вашего портала есть? Да, конечно. criminalnewsrussia.ru. Спасибо вам. Сейчас. Как вы сказали? Ты едешь на зону к незнакомой женщине-убийце. Зачем тебе это нужно? Что ты хочешь от нее узнать? Попросту теряешь время. Мне даже интересно, если бы она сидела где-нибудь в Чите, ты тоже туда к ней полетела? Может быть, все-таки прислушаться к совету психолога? Выбросить все из квартиры, из головы и начать жить нормальной жизнью? Замолчи. Да я вообще-то молчу.
простите. Удивительно. Что именно? Что кого-то заинтересовала моя история. Я пишу о деле, которое, возможно, связано с убийством вашего мужа. Если вы поможете мне, то я постараюсь помочь вам. Что вам нужно? Вы знаете кого-то из этих людей? Нет. Впервые вижу. Кто это? Это фигуранты моего расследования. Я не убивала Альберта. Не любила, да. Хотела развестись, да. Но убивать нет. Хотели развестись, но не развелись. Он хотел оставить детей себе. Мне ничего не выплачивать. Деньги меня, конечно, не интересуют. Но детей... У вас есть дети? Нет. Последний год мы с мужем жили раздельно. К детям он меня не подпускал. Когда я обратилась в полицию... Простите. Просто мне никто не верит, что я невиновна. Говорят, здесь все невиновные. Я подала на апелляцию, но результата нет. Ваша статья... Я напишу о вас. И постараюсь привлечь внимание к вашему делу. Спасибо. Я очень надеюсь. Скажите, а этот мальчик и этот мужчина, они как-то связаны с моим мужем? Я пытаюсь это выяснить. Когда мы стали с мужем жить раздельно, муж нанял няню детям около года назад. Угу. Возможно, она что-то знает или видела. А где ее найти? Я ее видела всего пару раз, когда хотела видеть детей. Один раз она мне разрешила с ними поговорить, а потом сказала, что ей запретили это делать. Я не знаю, как ее найти. Знаю только, что ее зовут Зоя. Зоя. А где сейчас ваши дети? Их забрал дядя Альберта, Борис. У меня тут родных нет. Боюсь представить, что обо мне думают дети. Ладно. Ты знаешь, кто такой Альберт Шишков? Или я тебе говорил когда-нибудь о нем? Нет. А кто это? Я пытаюсь выяснить. Возможно, это как-то связано с аварией. С аварией Ильи? Я до сих пор не знаю, куда он поехал после тебя. Но точно не домой. Я не знаю. Мне он не говорил. А что, ты узнал что-то новое про аварию? Нет. Я знаю только, что вы с ним пили здесь. Слушай, я тебе уже говорил. Он выпил полбокала вина. Да, хорошо, я не должен да, был ты его... не должен был. Ты зачем приехала? Снова обвинить меня в смерти брата? Скажешь то же самое, что говорил на похоронах? Альберта Шишкова убили 11 мая. У него была домработница Зоя. Мне нужно ее найти. Ты поможешь? Это как-то связано с Ильей? Пока не знаю. Ты поможешь? Ладно. Я попробую.
Извини. Я не должна была говорить. Не тогда. Андрюха, ну ты совсем про меня забыл. Ну так ты вон какой солидный стал, как сюда перешел. Ну так все благодаря тебе. Я ж тебе обязан. И всегда горю желанием помочь. Ну, как ты понимаешь, время пришло. Опа, что случилось? Нет, нет, ничего серьезного, просто нужно найти одного человека. Женщина, возможно, проходила свидетелем в деле об убийстве. Знаем только имя. Угу. Понял? Отлично. Нина, вас готовы принять. Спасибо. Алло. Привет, это я. Домработницу зовут Зоя Тополева. Проживает на улице Майской, дом 16. Спасибо. Да не за что. Может, расскажешь? Нина, стойте! Куда вы? У вас собеседование. Где она? Не знаю. Странная какая. Если во дворе никого нет, значит, дом никого нет. Хозяйка в разъездах. Сын в садике, наверное. А вы их знаете? Да, конечно, я здесь живу. Простите. Утром сегодня видела. Это он? Да, это Миша. А вы кто? Я знакомая Зоя. Подскажите, а вы не знаете, во сколько они возвращаются? Не подскажу, я за ними не слежу. А, вон, кстати, она приехала, это ее машина. А, спасибо. Здравствуйте, а вы Зоя? Зоя Тополева? Что вам нужно? А вы меня знаете? Нет, я вас не знаю. Подождите, мне нужно с вами поговорить. О чем? Да, о вашем сыне, Миша. Я не хочу... При чем тут мой сын? Пустите, пустите! У меня есть видео, в котором ваш сын просит вас что-то сделать. Вы знаете, что это за видео? Уходите! Пустите! Пустите немедленно, а то полицию вызову! Привет. Привет. У меня есть вопросы. У меня нет ответов. И тем не менее, я хочу знать, как авария моего брата связана с домработницей, которая работала у человека, убитого незадолго до аварии. Нина, если ты что-то знаешь, расскажи мне. Он был моим братом, я имею право знать. Тем более, я могу помочь. Пойдем, покажу тебе кое-что. И ты уверен, что это тот медальон, который ты дарил Илье? Да. Илья сказал, что потерял его давно. Года полтора-два назад. Угу. А его я нашла в интернете. Оказалось, что его убили. Да, я навел справки. Виновной признали жену. Я приезжала к ней. В колонию. Она говорит, что она не виновата. Я не знаю. Но вдруг это действительно так. Ну, я лично дело не видел, но человек, которому доверяю, сказал, там обычная бытовуха. А что с этой домработницей?
Она узнала меня. Я не знаю, откуда. Это странно. Но говорить она со мной не стала. Знаешь, было такое ощущение, будто она напугана. А это точно ее сын? Соседка его узнала. Но сама Зоя устроила истерику, грозилась вызвать полицию, если я не отстану. Да, это действительно странно. А что, если Илья погиб не случайно? И все это как-то связано? Что думаешь? Ну, рано торопиться с выводами, думаю. Надо еще раз поговорить с женой, а потом я соберу все, что смогу на эту домработницу. Я догадывалась, что вы не журналистка. Вот только не понимала, что вам от меня нужно. Мой муж разбился в аварии вскоре после того, как убили вашего мужа. И мы думаем... Я думаю, что это связано. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. А что хочу я? А чего хотите вы? Поговорить с детьми. Вот, я написала его месяц назад. Вы можете отдать это письмо Ване? Ваня – это мой старший. Он любит кататься на скейте в Центральном парке. Там у него много друзей. Лично ему в руки, больше никому. Дети сейчас живут с дядей Альберто, Борис Викторович. Он считает меня убийцей и не разрешает детям общаться со мной. Не говорите ему. Я передам лично Ване. Что вы хотите? Расскажите, что произошло в день убийства? Я получила от мужа сообщение. Он писал: «Приезжай сейчас домой, надо поговорить. Важно». Когда я приехала, Альберт был уже мертв. В доме была отключена сигнализация и система наблюдения. В полиции решили, что это сделала я. Но я понятия не имела, как это делается. Мама! Мама, отпусти! Мама! Мама, мама! 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 У него были враги? Может быть, кто-то ему угрожал? Не знаю. Мы с ним год почти не общались. Вы не ладили? У нас были напряженные отношения. Он не давал мне видеться с детьми. Я обратилась в полицию. Он подослал ко мне бандита. И я забрала заявление. Бандита? Да, такого большого, страшного, мордатого бандита, который пробил мне колеса на машине и оставил записку, мол, уймись или умрешь. Уехал на черном внедорожнике, без номеров. Я тогда очень сильно испугалась. Вы передадите письмо? Я? Да. Они должны знать, что я не убивала их отца. Знаете, очень страшно остаться одной. И когда никому нет до тебя дела. Записываешь? Альберт Шишков убит 11 мая в своем доме. Да, найди все, что сможешь, и посмотри Зоя Тополева. Она проходила свидетельницей по этому делу. Вот такой вот мой старший брат. Более деловой, более решительный, ответственный, серьезный. Он, конечно, меньше, чем я, улыбается и шутит. Но вообще, в целом, что ты о нем думаешь? Ничего. Да, хорошо, я понял. Сейчас подъеду. Угу.
Я иногда его вижу. Илью. Не понял? У меня видение Ильи. Но это не призрак, нет. Психолог говорит, что это проекция моих мыслей. Но я не могу к этому привыкнуть. Иногда говорю с ним. А по факту говоришь сама с собой? Да, это странно звучит. Как сумасшествие, да? Лада, передай ему привет и скажи, что я не считаю тебя сумасшедшей. Вот. Угу. Давай, спасибо. Давай. Ну что? Шишков владел транспортной компанией. Очень неплохо зарабатывал. Пару лет назад его обвиняли в отмывании денег. Но так ничего не доказали. Отпустили. В целом он чист, но есть одна деталь, которая не дает мне покоя. Какая? Помнишь, Шишкова сказала, что Альберт установил в их доме систему видеонаблюдения? Да, а она о ней ничего не знала. Да, потому что он установил ее незадолго до смерти. Также у них была система сигнализации. Он нанял охранника-водителя. Понимаешь, к чему я? Он чего-то боялся. Да. Надо поговорить с водителем. Да, у меня есть его данные, завтра я с ним поговорю. А я тогда свяжусь с детьми Шишковой. Может быть, они смогут что-то рассказать. А тебе разве не надо на работу? Я уволилась после смерти Ильи, я не могла работать. И эти видения. Знаешь, мне всегда казалось, ну, пока Илья был жив, что это ты подбиваешь его зарабатывать больше денег. Поэтому так к тебе и относился. Ну, мягко говоря, не очень. Да, я заметила. В смысле ты заметила? Мы почти не общались. Ты настраивал его против меня. Он часто к тебе ездил, а когда возвращался, приходил не такой. Что значит часто? Ну, 2-3 раза в неделю последние несколько лет. Иногда чаще. Что? Илья бывал у меня пару раз в месяц. Иногда реже. Это правда, мне незачем тебе врать. Похоже, у него и вправду были от тебя секреты. Прости. Здрасте. А ты не знаешь, где Ваня Шишков? Да вон он. Вот там? Да, вот этот, ага. Мелкий. Ваня? Да, а вы кто? Меня зовут Нина, я знакомая твоей мамы. Мама очень просила передать тебе это. Не бойся, это всего лишь записка. Мама очень-очень просила тебя прочитать. Вы ее видели? Да. Ей сейчас очень тяжело. Я пойду. Вань, подожди. Можно я задам тебе один вопрос? Не о маме. Что? Ваша домработница Зоя. Ты видел ее сына? Нет. А что? Ничего, просто... В тот день, когда убили твоего папу, у вас с сестрой не было дома, да? Вы были с Зоей. Ходили в зоопарк, малая попросилась. Я пойду, мне нельзя разговаривать с незнакомыми. Вань, подожди. Вот, это мой номер. Если вдруг что-то вспомнишь или захочешь что-то передать маме. Угу. Когда мы были в зоопарке, Зоя была зашугана. Зашугана? Ну, типа нервничала. Постоянно звонила. Она отдала сына бабушке, и он типа баловался там. Я не знаю. Ясно. Спасибо. Я же вашим уже объяснял. Я у Шишкова меньше месяца проработал. Либо в магазин ездил за продуктами, либо возил его детей. На кто его возил? Да никто. Он почти все время дома находился. Там по телефону говорил, в интернете сидел. Я вообще без понятия, чем он там занимался, этот параноик. А почему параноик?
Не знаю, было такое ощущение, будто боится лишний раз на улицу выйти. Ага. А чего боялся, не знаете? Да, без понятия. Да мы особо с ним не общались. Мне вообще кажется, он хотел меня уволить. Не успел просто. А за что уволить? Да, ну я как только начал работать, он за травой меня хотел отправить. За травой? Ну да. Он на нервяке был такой. Говорит, привези мне немного расслабиться. Угу. Ну а вы что? А я что, где ее возьму? Тем более это противозаконно, мне эти проблемы не нужны. Я отказался, он такой, ну, разозлился, в общем. Еще фразу такую бросил, типа, сапожник без сапог. Угу. А как вы думаете, что это может значить? Да, я, честно, не в курсе. Ясно. В материалах дела сказано, что в день убийства вы были в автосервисе, да? Ну да, там... Я менял колеса, там кто-то, короче, проколол все четыре колеса, пришлось эвакуатор вызывать. Я приезжаю в автосервис, там очередень, проторчал полдня, но когда уже вернулся, вот это уже все произошло. Скажите, а вот с домработницей вы были знакомы? С Зоей? А, это, да не особо не общались. Она мне такой показалась. Какой? Ну, скрытная из себя на уме. Угу. А не было ощущения, что в день убийства она как-то не так себя вела, была какая-то странная, нет? Да вроде нет. Ну, уставшая приходила, это было видно по ней. Говорит, не высыпаюсь, мелко сидела все время. А еще про зоопарк говорила, мол, хорошо там, зверушки разные. Ладно, хорошо. Спасибо большое вам. Да, пожалуйста. Всего доброго. По словам водителя, отключить сигнализацию и видеонаблюдение в доме могли либо домработница, либо сам хозяин. И она, похоже, уговорила детей пойти в зоопарк в день убийства. Слушай, а что если... у нее похитили сына, она отключила сигнализацию и увела детей? Вполне может быть. Надо снова с ней поговорить. Ну, если она в этом замешана, она тебе ничего не расскажет. А что значит сапожник без сапог? Не знаю, может быть, Шишков занимался торговлей наркотиками. Интересно, знала ли об этом его жена. Кстати, она и вправду может быть не виновата, его могли убить из-за наркобизнеса. Мне очень жаль ее и ее детей, но меня сейчас волнует, как это связано с Ильей. К сожалению, может быть, все что угодно. Что ты имеешь в виду? Слушай, я не хотел поднимать эту тему. Илья был моим братом, но что ты о нем знаешь? Ты знаешь, как 4 года назад он связался с обнальщиками? С кем? Понятно. А про страховые аферы с грузовиками? Ты в курсе? Он тебе говорил? Ты о чем вообще? Я тебе говорю о том, что Илья не был идеальным. И каждый раз, когда он влипал в неприятности, он прибегал ко мне, и я ему помогал. Мы с тобой сейчас пытаемся разобраться в убийстве и похищении. И, возможно, Илья в этом замешан. Не-не-не. Косвенно или напрямую. Это бред. Нина, если мы хотим узнать правду, мы должны быть готовы к чему угодно. Послушай, я не хочу это слушать. Знаешь... тебе лучше уйти. Как скажешь. Возможно, он прав. И я не был таким идеальным. Миша, не выбегай один на дорогу. Давай ручку. Сюда плывите. Ну что вы не плывете?
Сюда, сюда плывите. Их надо подманить. Что? Держи. Да. Кидай. А тебя Миша зовут? Да. И еще раз. Знаешь, у меня есть знакомый мальчик Миша. У него есть такой жетон. На нем написано его имя. У меня тоже есть. Да? Угу. А где ты его взял? Папа подарил. Кто? Папа. Папа? Там его имя и день рождения. А как зовут папу? Илья. Он с нами не живет. Раньше приходил, а теперь не приходит. Миша! Опять ты. Миша, пойдем домой. Я же тебе говорила, нельзя разговаривать с незнакомыми тетей. А она сама со мной говорила. Зоя, стойте, пожалуйста. Мне нужно с вами поговорить. Я просто хочу узнать, что случилось с моим мужем. Мишенька, иди домой. Подожди мамочку. Я скоро приду. Илья, вы знали его? Зоя, пожалуйста, я любила. Я его тоже любила. А Миша? А Миша сын Ильи. Да, у нас был роман. Почти 7 лет. Подождите, а что это за видео, на котором Миша плачет? Его похитили? Я ни про какое видео не знаю, и моего сына никто не похищал. Ясно? Просто Илья попал в аварию, и я хотела... Авария здесь совершенно ни при чем. Оставьте нас в покое. Нет. Прости. Я всегда хотел, чтобы у нас с тобой были дети. Но твое здоровье не позволяло нам быть счастливыми. Слушай, убирайся, я не хочу тебя видеть. Ты же понимаешь, что кричишь на саму себя. Нина, ну ты чего? Я звоню тебе, звоню. Что случилось? Ты был прав, я не знала ничего о твоем брате, сегодня узнала. Что узнала? Слушай, это Зоя, она была его любовницей. Она была его любовницей 7 лет. А этот мальчик Миша, это его сын. Черт. Подожди, ну как? Слушай, я просто не хочу ничего знать, я не хочу никаких расследований, я просто ничего больше не хочу. Просто я хочу забыть его, ладно? Да, ладно. Ну, может, я могу... Просто как-то... отстань от меня! Просто отстань и все! И не звони мне! Удаляешь. Думаешь, так же легко удалить и человека из своей памяти. Ваше резюме нам подходит. Но меня беспокоит. В прошлый раз вы так внезапно ушли. У близкого человека случилась беда. Надо было срочно уехать. Простите, это больше не повторится. А ты ведь так и не узнала, почему на моей флешке была видеозапись с Мишей и фото Шишкова. Кто похитил одного и убил другого. И почему я попал в аварию? Ну, хорошо. Со следующей недели можете приступать. Готовы? Да. Зая, хорошая моя, люблю только тебя. А ты с ней разведешься? Ну, конечно, ты и Миша моя семья. Я и Миша ждем тебя.
Когда я очнулась, уже никого не было. Я позвонила Андрею, он уже вам. И вы не знаете, что может означать эта надпись? Понятия не имею. Крупный мужчина в маске. Рост примерно 1,85-1,90 м. Верно? Да. Кроме ноутбука у вас ничего не пропало? Нет. Пишите вот здесь. С моих слов записано верно. И советую сменить замки. У вас слишком простой. Вы открыли обычной отмычкой. И задайте вопрос ТСЖ. Если в подъезде нет консьержки, то пусть хоть камеры поставят. Почему не дала сказать про запись? Я сначала хочу понять, как Илья с этим связан. То есть ты передумала? Да, я передумала. Они были у меня дома. Теперь я точно не успокоюсь. Да. Да, это я. Хорошо, понял, сейчас приеду.
Мне дают доступ к делу Ильи. Но я тоже хочу увидеть дело. Ну, ты не можешь, ты не сотрудник полиции. А что это меняет? Пожалуйста, побудь дом. Я сейчас вызову слесаря, он поменяет замки. Спасибо. Что приехал? Да, привет, я подъехал. Да, давай, давай. Хозяйка, принимай. Вот. Ага. Спасибо. Замок хороший, отмычкой не откроешь. Угу. Сколько я вам должна? Да нисколько. Михалыч просил, я сделал. Всего хорошего. Обращайтесь, если нужно. Спасибо. Заботится о тебе, волнуется. Ты была права. Я раньше не думал, что смерть Ильи может быть связана с этим делом. Допускал такую вероятность, но не верил. А сейчас? Сейчас сомнений не осталось. Знаешь, когда все произошло, я не стал вмешиваться в расследование аварии Ильи. Мне казалось, там все очевидно. Несчастный случай. Вот и следователь, который вел это дело. Спасибо. Посмотрел бумаги, увидел алкоголь в крови и не стал углубляться. А зря. Он не заметил важные детали. Смотри. Вот. Илья отъезжает от меня в сторону... Зои. Да. Скорее всего. А вот черный внедорожник. Следует прямо за ним. Да? Теперь следующая камера. Это рядом с мостом, где произошла авария. К сожалению, на самом мосту камер не было. Там слепая зона. Смотри, вот, проезжает Илья, и через пару секунд внедорожник. Это время аварии. А вот через 12 минут. Внедорожник едет обратно? Да. Получается, этот внедорожник следил за Ильей от моего дома, был на мосту в момент аварии и потом уехал обратно. Либо водитель, свидетель, в чем я сильно сомневаюсь, либо... Либо убийца. Убийца. Шишков говорил, что муж поцеловал к ней бандита на черном внедорожнике. Ну, значит, скорее всего, он и есть. Сейчас, прости, ради бога, секунду. Теперь я займусь этим делом серьезно. А ты оставайся дома и будь на связи. И все? Да, и все. Если что, я с тобой свяжусь. Слушай, так не пойдет. Да, я буду осторожна, но я сама буду решать, что мне делать. Нина, ты не понимаешь? Тебя недавно чуть не убили здесь. Но не убили же. Ладно. Я сказал. А я тебя услышала. Тот ли это внедорожник, о котором говорила Шишкова? Может быть, водитель был тем, кто вломился к тебе сегодня ночью? Наверняка Шишкова знает больше, чем говорит. Это ведь ее мужа убили. Вряд ли она не догадывается о причинах. Скорее всего, ее запугали. Но вот как заставить ее говорить? Алло?
Это Ваня. Ваня Шишков. А, да, Вань. Привет. Можете передать маме этот номер? Этот номер моего одноклассника. Я не могу дать свой. Да, конечно. Пусть звонит утром или днем. В учебные дни. Хорошо, Вань. Как у тебя дела? Да. Ты дома? Нет. А где? Я еду к Шишковой. Нина, я же просил. Твое участие в этом деле теперь опасно. Спасибо за заботу, я сейчас не могу говорить. Увидимся вечером, ладно? Вы передали письмо? Да. Вчера вечером он звонил мне. Ваня? Что он сказал? Он передал номер, по которому вы можете ему позвонить. И вы мне сейчас дадите его? Да. Расскажите, чем занимался ваш муж на самом деле. Мне сказали, если я буду лишнее говорить про Альберта... Кто сказал? То пострадают мои дети. Это был человек на черном внедорожнике? Да, похож. И водитель такой большой, как шкаф. 1,85-1,90 Да. Чем на самом деле занимался ваш муж? Муж не посвящал меня в свои дела, но... Криминал. Транспортная компания, она была лишь прикрытием. Он сам однажды это сказал. Я думаю, что его бизнес был связан с наркотиками. Видимо, из-за них его и убили. А вы говорили это следователю? У меня не было доказательств. Мне бы никто не поверил. Скорее бы подумали, что я хочу очернить мужа, чтобы отвести от тебя подозрения. И потом, я очень боялась за своих детей. Моему адвокату пришло письмо с их фотографиями. И адвокат не постарался что-то предпринять? Я ему запретила. Поймите, мне плевать, что со мной будет, но дети... Я не хочу, чтобы с ними что-то произошло. Я же просил тебя оставаться дома. Ты беспокоишься обо мне? Нет. Просто не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Поехали. Транспортная компания была только прикрытием для наркоторговли. А его жена не рассказала никому, потому что угрожали ей и детям. Но тебе она рассказала. Ну, потому что мне было, что предложить ей взамен. Кстати, у нее нет доказательств. Но она опознала черный внедорожник. Ладно, тогда я соберу информацию по компании Шишкова. Узнаю, нет ли в компании... какого-нибудь сотрудника, подходящего под описание Мордатова. И выясню, есть ли в компании такой внедорожник. А кому сейчас принадлежит компания? Борису Шишкову, это дядя Альберта. Это который забрал детей? Да, и он управляет компанией как опекун, но я проверял его в первую очередь. Он чист, всю жизнь занимается ресторанами. Не, я думаю, надо искать среди постоянных сотрудников компании. Знаешь, тот человек в маске... который напал на меня. Вот я уверена, что это тот же самый человек, о котором говорила Шишкова. Думаю, тебе сейчас лучше оставаться дома. Да, я забочусь о тебе. Это мой долг перед моим братом. Вообще, ты такой молодец. А это меня тетя научила. Ну-ка, стой, овца! Так, Миша, беги домой, быстро! Слышь, это ты там разбазарил своей подружайки? А кто я? Слышь, ты еще раз вякнешь, я тебе башку сломаю, поняла? Поняла. Поняла, говорю? Поняла. Ну и все,
Сорвись отсюда. Миша! Я же сказала, домой. Подожди секунду, я все проверю. Угу. Ну что, вроде все нормально. Ну, пойду тогда. Спокойной ночи. Спасибо. Пока. Пока. Думаю, что тебе очень хотелось, чтобы он здесь остался. Что тебе нужно? Уходи. Кого ты боишься? Человека на черном внедорожнике? Послушай, дорогая, он нас поймал у пруда, когда мы из детского сада шли. И знаешь, он думает, что это я все начала, что это я тебя подбиваю вопросы задавать. А кто он? Да не знаю я, отстань ты от меня. Я отстану, когда узнаю правду. Я обещаю. Ладно, заходи. Я догадывалась, что Альберт связан с наркотиками. Что-то видела, что-то слышала. Он был достаточно осторожным, ну и я не дура. Я рассказала Илье. Зачем? Не знаю, просто так, случайно. Ну, я же не думала, что он решится его шантажировать. Альберта Шишкова? Он попросил меня собрать информацию. И ты согласилась? Послушай, ну он сказал, что мы ничем не рискуем. Все-таки это наркоторговец, не какой-то чиновник или банкир. У него есть деньги, но он не пойдет в полицию. И я стала подслушивать, снимать документы, телефонные номера, почтовые адреса. Так, это все у тебя сохранилось? Нет. Я все передавала Илье, и он мне почти вообще ничего не рассказывал. Однажды он сказал, что Альберт собирается завязать, и поэтому надо поторопиться. Ты тоже его видишь? Кого? Ты о чем? Нет, ни о чем. И что было дальше? Дальше... Дальше они забрали Мишу. Позвонили мне, сказали, чтобы я даже не думала о полиции. Потом прислали это ужасное видео. Они хотели, чтобы ты отключила сигнализацию, видеонаблюдение и увела детей в зоопарк. Послушай, я не знала, что делать. Я позвонила Илье сразу. Он сказал, что нужно выполнить все их требования. Но ты это сделала. И Шишкову убили, обвинили во всем его жену. Главное, Мишу вернули. Мишу вернули на следующий день и прислали новое сообщение, что если я кому-то что-то расскажу, то убьют и меня, и Мишу. А Илья? А что Илья? Про Илью вообще никто ничего не знал. Илья несколько дней спустя сказал, что знает, кто убийца Альберта. И кто? Не знаю. Он не сказал, кто он. Сказал, что убийца выплатит нужную сумму. А потом я узнала об аварии. Это все. Честно. Нет, этого не может быть. Илья... Он не мог никого шантажировать. Да ты его не знала. Я прожила с ним 10 лет. Да? И что? Его семья была здесь. Его настоящая семья – это я и наш общий сын Миша. Ты думаешь, я не знаю, что ты не можешь иметь детей? Он мне рассказывал. Знаешь что? Это из-за тебя он погиб. Что ты сказала? Эти деньги, они были нужны ему. Для заграничной клиники, чтобы тебя вылечить. А ведь я его просила, я его умоляла. А вот если бы он тебя бросил, то он был бы сейчас жив. Я тебе все рассказала, ты теперь понимаешь, что это за люди? Ты должна пойти в полицию и все рассказать. Я никому ничего не должна. У меня есть сын Миша, вот я ему должна. Thank you.
Здравствуйте. Здрасте. Что вы хотели? Чай закончился. Предложи ему кофе или воды. Ты ведь хочешь, чтобы он задержался? Слушай, ну в компании Шишкова такого человека нету. Да и внедорожника тоже. Попробую пробить его по нашим базам. То есть его наняли? Нет, вряд ли. Для таких дел людей со стороны обычно не нанимают. Чай закончился. А, ничего, я поеду. Береги себя, если что, звони. Ушел. Квартиру тебе нашел. Теперь ты будешь к нему ближе. Ты ведь этого добивалась? А вот и он. Ну как? Готово? Угу. Ну, пойдем. Надеюсь, на новом месте тебе будет лучше. Бандит этот Аверин, рецидивист. А его адвокатом был Руслан Курдаян, защитник Светланы Шишковой. Шишкова говорила, что этот адвокат сам предложил ей услуги по своей защите. Да, Жора Аверин лишь исполнитель, шестерка. А вот на кого он работает? На адвоката? Возможно. Попробую собрать на него информацию, но он очень осторожен. Даже штрафов за парковку у него нету. Да, конечно, не волнуйтесь, все будет хорошо. Галина, я вам перезвоню. Привет. Короче, будешь помалкивать, будет все хорошо. Окей? Это тебе. Давай. Проходи. Приятель сейчас в отъезде. Его пару недель не будет. Пока проживешь здесь, потом что-нибудь придумаем. Уютное гнездышко. Если он решит остаться, ты ведь не будешь против, да? Спасибо, что заботишься обо мне. Ну, обживайся. Я поеду. Дела еще. Да. Нина, это Зоя. Я нашла кое-какие документы. Мы можем встретиться? Да, конечно. Липовая, 10. Приезжай сейчас. Тихо, не дергайся. Дай сюда. Пошла. Пошла, говорю. Осторожней, застрелю. Шагай! Шагай, говорю! Что тебе известно о Шишкове? С кем ты еще разговаривал, кроме этой дуры-служанки? Что она тебе рассказала? Ты мне ноутбук должен. Ты что, бессмертная?
Рассказывай, говорю, что знаешь. Буду говорить только с твоим боссом. С каким боссом? Слушай, скажи адвокату, что мне нужны деньги. Я буду говорить только с ним. Я тебе сейчас шею сломаю. Гос. Что? Гос. Что? Госнарконтроль. Овца ты тупая, шагай. Шагай. Опять его забрали. Где он? Я не знаю, он не здесь. Они записывали Мишу здесь, на видео. Так, успокойся, нас спасут. Кто? Неважно. Я отправила геолокацию. Вообще-то надо попробовать сам Вим выбраться отсюда. Подожди. И как? Надо обеих, да. Да, про адвоката точно знает. Я тебе говорил, что он ненадежный. Семью недавно вывез за границу. Думаю, сам скоро. Да понял я. Да, все сделаю. Ну что? Придет. Так, давайте, выходите туда. Налево и вдоль стены, там мои машины, увидишь. Давайте. Стоять! Полиция! Куда ты? Андрей сказал налево. Побежали. Зоя, ты как? Найди, Миша. Слышишь меня? Ты меня слышишь? Черный внедорожник, без номеров. Водитель вооружен. Андрей, она ранена. Что? Ранена. Идите, Миш. Черт, нужна скорая помощь. Огнестрельное ранение. Сейчас кину геолокацию. Зажми. Зажми. Сильнее держи. Держись.
Да. Я тебя понял. Давай. Они его упустили. Мы возьмем его, я обещаю. Нам надо найти Мишу. Я могу завтра вызвать адвоката. Попробую на него надавить, но у нас на него ничего нету. Он это знает и не будет говорить. Да я слышала разговор Аверина по телефону. Адвокат у них не главный. Это наша единственная зацепка. Я все думаю про Бориса Шишкова. Он забрал детей своего племянника и запрещает матери общаться с ними. Да, потому что считает ее убийцей своего племянника. Или он и есть убийца. Чем он там занимается? У него ресторанный бизнес довольно давно. Слушай, я могу проверить его еще раз. Слишком поздно. Мы ничего не могли сделать. Простите. Она не заслуживала смерти. Да. Я знаю, что нужно сделать, чтобы адвокат заговорил. Подожди. Что тебе нужно? Поговорить. Мне не о чем с тобой говорить. Не заводи машину, если хочешь жить. Жора Аверин хочет тебя убрать. Что? Он знает, что ты вывез семью за границу. Я подслушала телефонный разговор. Посмотри внизу машины. Там. У нас один враг. Поговорим? Да. Вы должны понимать, что я не связан с бизнесом. Я занимаюсь только юридическим сопровождением. Но знаете, что бизнес связан с наркотиками. Рано или поздно они доберутся до тебя. Помочь тебе можем только мы. Что вы хотите знать? Где Миша? Сын Зои. Где его прячут? Я понятия не имею, клянусь. Я вообще против таких методов. Это все Аверин. Он полный отморозок. На кого работает Аверин? На Бориса Шишкова. Дядя убитого Альберта Шишкова? Что знаете про наркотики? Их привозят из Европы с помощью транспортной компании Шишкова. Здесь продают через Даркнет. А что такое Даркнет? Скрытая сеть, что-то вроде подпольного черного рынка. За что убили Альберта Шишкова? Да просто он был трусом. Постоянно боялся, что их схватят. Хотел завязать. Но из-за этого бизнеса нельзя выйти просто так. Когда его дядя об этом узнал, Альберт стал представлять для него опасность. Ведь если бы Альберта взяли в оборот, то он бы всех сдал. Никто в этом не сомневался. Это Борис попросил тебя слить Светлану Шишкову? Да. Но я... Я просто не мог ослушаться. Когда Свету закрыли, Борис оформил опекунство над ее детьми. И стал контролировать компанию не только де-факто, но и де-юра. А мой муж? Илья, его Жора убил? Я слышал, он пытался шантажировать Бориса. И Борис приказал Аверину разобраться с ним. Но я еще раз повторяю, я не имею никакого отношения к насилию. Понимаю. Соблюдал нейтралитет. Кто управляет Даркнетом? Лично Борис. Магазин называется «Вивер». Он там администратор. Его ник – «Спайдер-2». Я совершил ужасную ошибку. Я не знаю, сможешь ли ты меня простить. Да. Я всегда тебя очень любил. Но мой сын, Миша, он также был для меня дорог. Спаси его.
Я дам показания, если вы задержите Бориса и Аверина. Угу. А если не дашь, тебя убьют. Вы не понимаете. Если я просто покину страну, меня никто искать не будет. Собираешься покинуть страну? У вас на меня ничего нет. Я не хочу терять свой бизнес и становиться изгоем. У меня нет другого выхода. Возьмите Бориса и Жору, и я буду готов к сотрудничеству. Теперь у нас есть основания для прослушки и наружного наблюдения за Борисом. Какое основание? Смотри. Вот. Согласно федеральному закону 144, в ряде случаев, которые не терпят отлагательств, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий с обязательным уведомлением судьи в течение 24 часов. Теперь мы можем взять Бориса в разработку. У нас нет времени на разработку. Надо найти Мишу. Твоего, кстати, племянника. Мы не знаем, где он. Не знаем, где Аверин. У нас нет оснований, чтобы задержать Бориса. Ну что ты предлагаешь? Взять его в заложники? Накачать наркотой? Пытать? Нет. Я поговорю с ним сама. А и я тебе тоже. Давай, пока, пока. Все, спасибо. Вы кто? Меня зовут Нина. Я думаю, вы обо мне слышали. Все в порядке. Ну и что же привело вас сюда, Нина? Руслан Хурдаян пошел на сделку со следствием. Он готов дать официальные показания. Сейчас улаживают какие-то формальности с прокуратурой. Он находится в безопасном месте. Его семья под защитой. Угу. Это вы пришли мне это рассказать? Нет. Я пришла, чтобы предложить вам другую сделку. Угу. Я расскажу вам, где находится адвокат, если вы отдадите Мишу. Кого? Мальчика, сына Зои. Может быть, коньяк, кофе? Ваш ответ. Ну, я знаю Хурдаяна, он иногда консультировал нас. О каких показаниях идет речь? Магазин «Вивер» и личность его администратора под ником «Спайдер-2». Что еще? Еще много-много всего. Откуда вы все это знаете, а? Это я убедила его рассказать мне все это. И я помогла ему спрятаться. Вы смелая женщина, Нина. У вас мало времени. Если я сейчас уйду, второго шанса не будет. Здесь. Хорошо, жду. Ваш телефон. Он у вас один? Да. У меня нет жучков. Да. Да, жучков нет. Нужно подождать. Буквально полчаса. А можно мне кофе? Угу. Хороший кофе.
Как же мне хочется тебя убить. Нет, не потому, что мне нравится убивать. Это правило игры, в которой ты решила поучаствовать. Вовремя ты переехала. Ты мог убить меня раньше. Нет, я не хотел привлекать внимание органов к серии убийств. Может быть, десерт? Ты убил своего племянника, чтобы получить контроль над его компанией? Компания и так была под моим контролем. Альберт, ну что, лишь вывеска. Трусливый слюнтяй. Надеюсь, его дети вырастут не похожими на его отца. А Миша? Зачем тебе мальчик? Он мне не нужен. Абсолютно. Я просто не решил еще, что с ним делать. А тебе зачем этот мальчишка? Он же для тебя чужой. Он сын моего мужа. А его родители убили по твоему приказу. У него никого нет. Сострадание. Тебе это не знакомо? Нет. Почему? Добро. Пошли. Куда? Пошли, пошли. Пошли. Поедешь с ним, покажешь, где адвокат. Сначала ты отпустишь мальчика, потом я покажу, где адвокат. Ты же не хочешь, чтобы Жорик мальчика огорчил. Садись в машину. Садись в машину. Мишенька, ты как, ты в порядке? Да, а где мама? Садись давай, садись. О, кажись, потерялись. Все, все, видишь, он в порядке, садись. Полиция, назад отошел! А ну не дергаться! Мусора! Поезжай быстрее! Руки, я сказал! Подойди. Андрей! Убей обоих! И адвоката тоже! Бери его! Стой здесь. Я впервые вижу этих людей. Ага. Ну, конечно. Да. Что? Ой, как интересно. Пойдем, Спайдер 2. У нас к вам есть несколько вопросов. С удовольствием. Слышь, кобыла, адвокат где? Мишенька, спокойно, все будет хорошо. Пристегнись, пожалуйста. Я пацану ноги переломаю, если ты мне не скажешь, где адвокат. Потом тобой займусь, поняла? Эй, как ты? Сейчас. Только не двигайся. Братиш, да я трезвый, как стекло. Конечно, чего я там выпил немного вина? Да, все нормально, еду домой. Эй, привет. А где Миша? С Мишей все хорошо. Ремни безопасности его спасали. Отделался пара царапин. Жора, Борис. Аверин мертв. Хурдаян дал показания в обмен на статус свидетеля. Борис, желая скостить срок, пошел на сделку. Сдал всех своих поставщиков. И все равно, сядет он надолго. А Шишкова освободили и вернули детей. Я за нее рада. Проснулись? Как себя чувствуете? Хорошо. Ей надо отдыхать. Хорошо.
Поправляйся. Я пойду. Приходи. Андрей хороший человек. Я всегда хотел быть на него похожим. Но вот не вышло. Надеюсь, что у тебя с ним что-то получится. И ты будешь счастлива. А я больше не буду появляться. Теперь ты знаешь, как все было на самом деле. Я люблю тебя. Ой, осторожней, осторожней. Можете на руках на всякий случай понести, а? Я пока сама. Как-нибудь при других обстоятельствах. Андрей, мне нужна твоя помощь. Все, что скажешь. Я пока лежала тут, я много думала о Мише. Он же сейчас один в детском доме. В общем, я хочу усыновить его. Что? Ничего, просто мне в голову пришла такая же идея. И я уже начал собирать документы. Да. Но мне кажется, Мише нужен не только папа, но и мама. Попал.